Хронический дефицит этого элемента может привести к таким проблемам, как депрессия, бессонница, умственная и физическая усталость, а также болезни сердца и острые боли в мышцах. Здравствуйте, меня зовут Сергей Длин, я специалист по превентивной и антивозрастной медицине, врач-невролог, остеопат, руководитель клиники лечения позвоночника и суставов. И сегодня мы с вами проговорим про очень важный микронутриент, который называется магний. Магний играет важную роль в нашем здоровье, включая поддержание здоровья костей, сердца, мышц и нервной системы. Среди продуктов питания, богатых магнием, я бы отметил шпинат, миндаль, бразильские орехи, темный шоколад, абрикосы, фасоль, горох и овес. Существует несколько форм магния, и каждая из них обладает своими особенностями и применением. И, кстати говоря, мало кто про это знает, и я часто сталкиваюсь с тем, что пациенты просто пьют какой-то магний, который нашли в аптеке. Итак, давайте разбираться, что же это за магнии такие и в чем их особенности. Первое – это магний-оксид. Это форма магния, которая является наиболее распространенной в качестве диетической добавки. Он обычно используется для лечения запоров, для поддержания здоровья костей. Следующее. Магний-цитрат. Это форма магния, которая легко усваивается организмом, и она обычно используется для поддержки здоровья сердца и для снижения стресса, а также тревожности и укрепления иммунной системы. Третий вид магния – это магний-таурат. Это форма магния, которая способствует здоровью мозга и сердца. Она также может помочь контролировать уровень артериального давления. И четвертое – это магний-глицинат. Это форма магния, которая служит для поддержания здоровья скелета и мышц. Эта форма магния может также использоваться для улучшения сна и борьбы с депрессиями. Если вы хотите использовать магний в качестве профилактики проблем со здоровьем, то лучше всего выбирать магний-цитрат. Он помогает снизить стресс и тревожность, повышает иммунитет и поддерживает здоровье сердца. Но я, например, в своей практике работы с болями в позвоночнике, суставах, когда возникает очень сильный спазм, использую глицинат магния, потому что он еще улучшает и сон, и снимает, и балансирует систему мышц, то есть выводит их из спазма. Чем начать принимать какую-либо форму магния, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Несмотря на то, что вроде бы это биологически активная добавка, и можно ее принимать самостоятельно. Вот специалист подскажет, как это сделать правильно и с большим эффектом.